Это было год назад. Опа! Всем привет! Так, прохутим игру под названием Cat Museum. Кошачий музей. Или я не знаю как. Так, я чуть поиграл, прям чуток, чтобы узнать, что за игра. Потому что мне очень понравилась картинка этой игры. Она выглядела довольно круто. Вот. Я такой, почему бы нет? Короче, проверил, игра интересная. Но тут надо слушать. Короче, какой-то поц нашел какой-то кейс. И там жуки. Какие-то красные жуки. У них что-то привязано на спине, ну. Что-то привязано, короче. Понятно. Он держит в руке какой-то. Что-то делает. Так. Оп-оп. Ага. Ага. Ничего не понял, ну ладно. Так, что надо делать? Оп. Это, видимо, загорается эмблема. Так, ну я жму на экран, и что-то загорается. Это, видимо, как вступление, лор. Условно, вот. К этой реликвии кота. Кота начала сюжет. Вот, чел шел, такой, опа, кейс. Открыл, оттуда злые духи. И провалился в этот самый кейс. Кейс-бокс, коробка, как здесь называете. Полетели. Трипера. Вот тут жутко, тут непонятно, что происходит. На заднем плане какой-то кент. Держит глаз в руке. Какая-то башка. Это в стекле. Какие-то кишки, короче, бог знает, что происходит. Непонятно, непонятно. Так, ну давай. Давай, родной. Cat Museum. Кошачий музей. Название интересное. Интересное название. Да и игра выглядит довольно интересно. Загадочно, загадочно выглядит игра, я бы сказал. Так, а вот и мы, главный герой. Так. Это что за место? Как я вообще сюда попал? Я же просто был в шкафу. Так, смотрим в шкаф. Эта деревяшка вся в трещинах. Похоже, она здесь уже давно. Так, пойдем. Потоптали, потоптали, потоптали. Так, что это такое? Перья и откуда здесь только крови? Не знаю, брат. Так, у нас портфельчики, что у нас портфельчики? Портфельчики, ничего, ну ладно. Потоптали, 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 потоптали. Какой-то обшарпанный диван. Кожа заплесневела и потрескалась, что сзади происходит. Сзади что-то непонятное. Ну ладно. Мир выглядит довольно жутко и неприятно. Опа, что за бабка? Сейчас спросим у бабки. Хм. Гляжу, у тебя есть весьма дивные вещички, юноша. Похоже, они спрятаны глубоко в твоей памяти. Какая жалость. Знак вопроса. Воспоминание, что отметина на коже. Могу помочь его. Взамен тебе придется отдать мне три вещи. Три вещи? Маги обходятся недешево. Ну, так-то да. Так, нам надо собрать символы. Вот. Оп. 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 Отлично. Какой-то слон. Слон и ой. Моя спина как чешется, просто невыносимо. Так, ну брат, давай почешем. Чё? Так, мы взяли иголочку. На него жмяк. Оп. Угу. Да, зрелище не из приятных, но... Ну вот такая игра, стилистика такая. Оп, какие-то розочки. Какое-то все странно завуалировано. На руках появляются какие-то тату или отметины. Шатер и котик яйцо. Ничего не понятно, но интересно. Какие яркие цветы. А такие аппетитные на вид. Давай меняться. А чё? Что это? У каждой кошачьей дразнилки есть свой хозяин. Ой. Ой-ой-ой. Что происходит? Бля, какая стрёмная махина. Ты не пахнешь гнилью. Похоже, ты еще не наш клиент, хихи. Не оглядывайся назад без необходимости. Никогда не знаешь, кто шныряет тебя за спиной, хихи. Что-то какой-то чел
Чел жуткий на самом деле. Фух, что черт возьми за странное существо? От его дыхания пахнет гнилью. Гнилыми фруктами. Ну, я не знаю, наверное. Так, наверное, это типа был, наверное, кот, и вот эта призывалка, она типа, наверное, его призывает. Наверное. Так, ну пойдем дальше. Так, это... Какой неприятный скрип. Ржавчина похожа на сухую корочку после раны, которая вот-вот отпадет. Комментарий просто бомбовый, родной. Коллекция тысячелетия. Невиданное зрелище. Чудо-яйцо. Какие че? Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Парам-парам-парам-парам-парам. Какой-то мост. Переход на другую локацию. О. Так, это что у нас? По-настоящему древнее здание. Не похоже, чтобы здесь были какие-то повреждения. Какой-то глазик. Не могу открыть. Логично, черт возьми. Какой-то кот. Это статуя кошки. Понятно. Так, ну потоптали дальше, значит. Тырам-пырам-пырам-пырам. А чё, нельзя? А, подожди, возможно... Возможно, вот. О! Может положить это сюда? Блять, все шумит. Сорян, ребята, сорян. Такая жизнь. Какой-то кот красивый. Что-то выскабливает на полу. Мяу. Ого. Светящаяся кошка. Ты тоже удивлен. Так, что это такое? Видимо, надо сложить... А, надо сложить... Так, это сюда. Это сюда. Правильно? О! Ставь руки. Оп. Оп. О, правильно. Какой интересный антураж игры. Такой необычный, завораживающий. Какой-то... Да более необычный. О, открылось. Пау. Открываются врата. А тут кто-то выйдет или меня сейчас шуганут? А, локация? Ну, полетели. Давай, молодой, шурши. О, я с котом иду. Круто. Так, опа, опа. Так, ну еще можем, конечно, можем. Так, какой-то... Что-то... А ты что стоишь? Ладно, пойдем, вот они что-то неизведанное. Почему остановилась? Молчит. Здесь слишком темно без тебя, не видно дороги. Молчит. Хочешь взять дразнилку с собой? Мяу. Значит, хочет. Какие-то тромбы. Кот доволен. Чел смотрит на кота. Чел берет дразнилку. Кот заинтересован. А, типа, прицепил. Милый кот, я что могу сказать. Давай. Видимо, сейчас будут у нас шуга... Ой. Че за локация? Че вообще? Захни глубже, ты справишься. Кому это говорит? Какая-то неприятная локация, честно говоря. Так, это что такое? Это какие-то... Что-то растят. Оп, сундук. Какие-то... А, подожди, сейчас, по-моему, тут должна быть разгадка. О, во-во-во-во-во-во-во, смотри. Так, секунду. Я запишу все на листочке. Так, и снова я здесь, по итогу вот... Видите вот эти руки? Сейчас я введу. Вот. Вот эти. Это подсказки. По итогу мы выяснили, что... Я записал это. Красный 4, синий 3, желтый 2, розовый 5, а зеленый 1. Так, давайте красный. Красный у нас 4. Синий тройка. Желтый двойка, зеленый единичка, розовый пятерка.
5. Вот. Получилось. Так какая-то фихуа какая-то, не знаю. Эти письма уже давно здесь лежат. Посмотрим. Текст уже не разобрать. Возьми ты фихуа, что это такое? Фрукт какой-то, не знаю. Похоже на мангу. Так, а давайте чуть-чуть назад отойдем. Может, можно его сюда кинуть? Положить? О, положили, да-да-да. Давайте лейку возьмем, польем. Наливаем. Капнули. О, прорастает. Красивая роза. Так, и все. А, мы взяли розу, отлично. Так, а что можем? Все, что мы можем взять. Все, что мы можем взять, это вот эту розу. Ну ладно. Сердце, в которых растут. Просто продолжило прыгать. Сами, ребята, я недавно встал, поэтому у меня с дикцией маленькие траблы. Какая тютенька. Хе-хе-хе. Можете розу влупить, держи. Опа. Что это такое? Вы засмущались? Разлились? Чё? Пойдём, лол. Чё происходит? Ну ладно, так. Какая-то дробинка. Пусто. Видимо, надо будет что-то положить, ладно. Пойдем пока что. Какая-то личинка лежит. Так, ладно, у нас еще есть минутки 4. А, мы взяли личинку. Так, давай что-нибудь не сделаем туда. Сюда. Куда? Сюда кинем. Нужно приготовить горючую жидкость. Так, а личинку, может, мы сможем сюда кинуть в пресс? О. Во. Там что есть горючая жидкость? Вот. Так. Лампа, ура. У нас есть лампа, видимо, для освещения. Так, тут что-нибудь взять можно? Нельзя, ладно, да, пойдем отсюда. Тогда пойдем. Выходим. Полетели. Так. Тут, видимо, надо взять лампу. О, о. Вот. А чё ты побежал? Это из-за данного этапа или что это? Почему? Собака бегает. Извините за шум. Извините. Вот такая у нас собака. Так, свечи какие-то. Красные светлячки. Это он, видимо, так свечи назвал. А, или то, что на заднем плане происходит. Интересно, интересно. Так, ну пойдем дальше. Ребята, прошу прощения, опять собака сбивает запись. Думаю, не сильная проблема. Эй-эй-эй! Сказал кто-то. А чё ты бежишь? У меня ощущение, будто я тебя уже видел. Ну, чел, ты известная картина, еще будто не видел. Это семейство кошачьих? Опоздал, что опоздал. Новый управляющий опоздал в первый же день. Я? Еще из тебя себя монстра привел. Какой же ты тощий, кожа до кости. Какие-то бабки старые. И бледный какой от тебя толк. У него что, из шеи выходит воздух, когда он разговаривает? Возможно. Нам не хватает рук. Внизу срочно нужна твоя помощь в зале, брат. Стоп, творится полный бардак. Шшш. Какие-то бабки у подъезда. Неприятные тетеньки. Кошаки. О, собаку. Сможешь поболтать. Мяу. Вот это диалог. Вот это конструктив, конечно, вносим. Ё, какая жизнь. Интересно, а подсолнух цветет или венит? Наверное, я не знаю. Ой. Холл. Зал образцов. Где мы? А, мы с ним едем? Ну ладно. Ребята, на этом все. Дальше
пройду уже в другой серии. Игра интересная, довольно жуткая, непонятная, но за счет этого еще интереснее. Ладно, да, ребята, на этом все. Всем спасибо и пока. Также подписывайтесь на мой ТикТок, всех там жду. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.